буду примерять расширение и смотреть, сколько нужно будет проставки уже под 19 и под летний колес. Вот. 33 мм накинул сейчас на жопу и попробую примерить накладочку на расширение. Посмотрим, что получится. Итак, в общем-то, смотрим, что у нас получилось по итогу. По итогу, в принципе, прям децл как надо, 33. То есть проставочки у нас 35 должно быть прям самый сок. Здесь, собственно, в принципе, наверное, по высоте будет так же. Ниже, скорее всего, не будет. В принципе, можно даже смело 35-е. 35 проставочки взять. Собственно, смотрим, что у нас получилось. Здесь сейчас накинул, получается, 39. Даже, наверное, лучше, чем 33. Прям вообще кайф. Может, имеет смысл взять две сороковки. По-моему, вполне себе нарядно. Как-то так у нас получилось. Сейчас сидит прям ровно на арке. Ровно на арке прям легло. То есть вообще там зазора нет на самом деле. А, жир. Мне нравится, как смотрится. По итогу получилось, это у нас две шестерки, 15, и тут еще две шестерки. Того у нас получается 39. В принципе, 39 выглядит очень даже неплохо. Так что думаю, 40 придется брать на морду, потому что 40 на морду тоже прям офигенно будет сидеть. Здесь сзади тоже так думаю, будет 40 прям отлично. Молодой человек, что-то делать. Блин, на заправке работает. Oh,
все остановится оттуда. У меня страховки нет. Нету? Надержи камеру. Bird machine check.